Ломкинском лицее номер 21 обвалилась крыша у дополнительного подъезда пристройки к школе. Под этим навесом разгружают продукты для столовой. Инцидент произошел ночью, никто не пострадал. На место оперативно выехали эксперты и рабочие, чтобы разобрать упавшие конструкции. Также прибыл и глава города Дмитрий Волошин. Самый важный момент, что нет сегодня угрозы, не задеты несущие конструкции, но уже экспертиза даст конкретное заключение, от чего и какие причины. Проводить экспертизу будет сторонняя организация при Министерстве строительства Московской области. Причины обрушения установят в течение 3 дней. Сейчас учебный процесс продолжается. На всякий случай детей временно перевели в старую часть здания. Предварительно на восстановление козырька потребуется около 2 недель. Как сообщило руководство школы, уборку снега на территории лицея номер 21, а также с крыши здания, проводили своевременно.